Постой. Что это такое? Карты? Ты что, играешь в карты? Да, представь. В девятку я очень люблю. Ну так сыграй со мной. Я, видите ли, люблю играть на наличные. Голубков, иди сюда. Дай мне хлопковский медальон. На, я ухожу. Да никуда ты не уйдешь, я тебя не отпущу. Ложись на диван, спи. Приличная вещь. Ну что же, $10. Ну, однако, Парамон, эта вещь стоит гораздо больше. Ну, я вижу, ты в этом ничего не понимаешь. Ладно, пошло. Ну-с. На сколько? На эти $10. Девятка. Прошу на квит. Еще? Да. Томбле? Парамон. Еще раз на квит. Еще раз. Еще карточка? Да. 7. Но... 8. В таком случае еще раз на квит. Еще. Как зовут твоего раба? Антуан. Антон! Антон, принеси, голубчик, что-нибудь. И закусить. Карточку. Еще. Так, простите, на сколько? Здесь на квит. 160. Пошло. Вновь Домбле. Что Домбле? А, Домбле. Попрошу наличными. Григорий Лукьянович, бросьте это. Брось теперь же. Ну, опомнись, слышь, уйдем отсюда. Ты азарт, уйдем ты парамоша. Вот что тебя губит. 7. 7,5. Нет, шучу. 8. Пошло. Еще? Мое. Какое? Ну так, мое. Тянутся тучи, вьются тучи, невидимка луна. Освещает снег летучий, мутное небо. Ночь мутна. Сил уж нет, кружится боли, колокольчик вдруг умолк. Кони стали, что там в поле, кто их знает, пень или волк. Пень или волк. Душно. Прости, прости. Так, все. Ну, Парамоша, вот это моя. Парамоша, у тебя нет газеты. Завернуть, а жалко, в кальсонах нет этого кармана. Нет газеты. Нет газеты. Отдай мне наличные, я тебе выпишу чек. Да? Парамоша. Газеты нет.
Парамаш, это что? Нет, газета. Разве в каком-нибудь банке выдадут... Газета? Нет. 20 000 человеку, который пришел без штанов. Нет газеты. Нет уж, спасибо. Нет, нет. Значит, нет газеты, Парамаш. Нет, отстань. Нет. Нет, нет. Странно, а? Я выиграл столько денег. А что мне так грустно? Голубков? Где Голубков? Он там. Где? Там. А. Голубков. Парамаш, веди себя прилично. Приват-доцент. Чернота. А чего мне так грустно? А? Выкупи. Выкупи у него медальон. Вот. Выкупи, мы должны вернуть. $300. Не. Ага. Держи. А теперь уйдем. Ради бога, скорее да, уйдем да, отсюда, да. Слышишь? Парамаша, мы засиделись у тебя, мы уходим. Уходим сейчас, Парамаш. Все. Ну нет. Все, пора. Все. Нет. Все. Я больной. У меня жар. Вы воспользуйтесь тем, что у меня жар в груди. Жар у меня. Ну, подожди, Парамаш. Отдай деньги. Отдай деньги. Да ты что, Парамаш? Отдай деньги, я вам даю по $500 от штупного. Да что ты, ласковый ты мой. Ну, не серди ты меня. Ну, не порть такой прекрасный вечер. Чернота, ради бога, уйдем отсюда. Пойдем. Все, Парамаш. Я звоню полицию. Вы меня грабили, отравили, а порвали... Ну, Парамаша, молись своей парижской Богоматери. Антуан, перестань дразнить собаку, ты мешаешь мне спать. Ты не в полку, Антуан.